Пускай гремят вокруг волнений грозы, они нам вовсе не страшны, когда мы все свои проблемы и вопросы решаем так, лишь глядя на Христа. Пускай пытаются сомнений ветры наполнить сердце страхом и тоской, но нам Христос дает свои советы, и потому незыблем наш покой. Пусть мир во лжи запутался и тонет, и зло, и зависть бродят там и тут, но Иисуса нежные ладони нас от пороков этих берегут. Пусть мир противоречия раздирают, и рушатся надежды и мечты, но дети Божьи на Христа взирают, и далеки от этой суеты. Пусть мир от неизвестности томится, не ведая, что завтра его ждет, но радость излучают наши лица, ведь нас Христос на небеса ведет. И разве существует больше счастья, чем полностью Христу принадлежать, довериться Его любви и власти, и встречи с Ним с надеждой ожидать?